Итак, друзья, вы видите, что не скоро дела делаются, как сказка сказывается. Мотоцикл работает, от него такая длинная проводулечка на входные цепи. Вот, и дисплейчик Arduino. Это скорость в пересчете, как если бы было бы движением четвертой передачи. Да, ну вот заглох. Ну и, соответственно, осциллограф. Сейчас, что хочу сказать. Я долго мучился, уже 2 дня, сегодня воскресенье вечер. И я еще даже не подошел к тому, чтобы прототип заработал как следует. Вот. Но сейчас попробуем, что называется, симулировать, промежуточный результат показать. Я заведу мотоцикл и попробуем получить данные, хотя бы так, виртуально. В чем смысл? В том, что я буду плавно увеличивать обороты, как если бы мы разгонялись на четвертой передаче. Ну и, соответственно, должны последовательно появиться данные. Вот 5-6 – это разгон с 50 до 60, дальше 60 до 70 и так далее. Вот. Попробую это сделать, ну, как бы плавно. Если все получится, сейчас мы получим результаты вот в этой зоне в виде миллисекунд. Миллисекунд. Это 1/1000 секунды. Завожу мотоцикл. Ну все, у нас опять идти, что идет. Да, мы сидим. Получились примерно вот такие результаты. С 50 до 60 – 1,8 секунды. Значит, с 60 до 70 – полсекунды. С 70 до 80 – 0,675 секунды. Ну и с 80 до 90 – 1,6 секунды. Примерно, да? Ну, в принципе, на холостом ходу вот такой разгон. Давайте еще я разочек попробую при вас это сделать. Я уже, честно говоря, очень много попыток сегодня было. Вот. И успешных, и неуспешных. Больше неуспешных. Ну, попробуем еще раз. Сейчас умышленно затянул время побольше, да, в периодах, для того, чтобы понять, ну, насколько хорошо и правильно считает прибор. Вот. Соответственно, когда нет оборотов, ну, я не дописал, чтобы сбрасывались на 0 км в час, это уже дело 10. Вот, но, в принципе, худо-бедно заработал. Вот. Но, к сожалению, сегодня я уже не успею провести нужные тесты, на это нужно выделить время. Как планировал, с ухудшением свойств глушителя, то есть буду туда что-то вставлять. Вот. Ну и, соответственно, потом, может быть, придется даже немножечко рассверлить, потому что если ухудшение покажет действительное ухудшение в этих миллисекундах, вот, соответственно, мы сможем тогда, наверное, ну, что-то улучшать. Вот. Ребят, извиняюсь, что обещанное в срок, ну, скажем так, не сдержал. Вот, потому что действительно не очень просто. Но в качестве компенсации я вот, наверное, вам сейчас покажу осциллограммку, где вот эти импульсы временные, отформатированные под определенное время от искры. Знаете, искра-то коротенькая, где-то 0,5 миллисекунды.
вот, на развертку. А нужно сделать так, чтобы все-таки не было этих дребезжащих, так сказать, явлений резонансных, которые могут распознаваться. Конечно, цифровым способом можно отфильтровать, но лучше, если это сделать все-таки какой-то специализированной цепью. Вот посмотрим на эти сигналы. Давайте сделаем чуть помедленнее. Ну, допустим, 50 миллисекунд. Это если 50 миллисекунд. А если, допустим, 20? Хорошо. Давайте 10. Идут пропуски, да, точнее видно, что идут пропуски, то есть это не палатка, ребят. Интересное наблюдение. Вы видели вот эти пропуски, и я раньше не особо обращал внимание на эту проблему. Вот, но это не проблема, скажем так, моей входной части. Дело в том, что мотоцикл выходит на 8500 оборотов. Начинает пропускать искру. То есть, видимо, контроллер, тот, который является модулем зажигания внутри, понимает, что обороты начинают подходить к предельным и делает такую отсечку. Но, кстати, это вопрос к тому, кто ездит на штатных звездах, почему мотоцикл, ну, скажем так, не разгоняется больше положенного, упирается во что-то и не разгоняется. Честно говоря, я вот только сейчас обратил на это внимание. Это очень интересный факт, новый для меня. Так что вот такое удивительное дело. То есть в пересчете на четвертую передачу вот такая скорость на холостом ходу. Давайте я еще погазую, мне даже интересно стало. Смотрим, где он упрется. Ну вот вы, наверное, видели все, что скорость 125 км в час. Вот на этом уже пределе, собственно говоря, электронное устройство, электронный модуль зажигания ограничивает обороты и не дает дальше двигателю раскручиваться. Это, ну, точно сейчас не скажу, порядка 8500, может быть, ближе к 9000 оборотов, но вот этот факт, стоит обратить внимание тем, кто желает с боксера получить больше мощности.
Это такое ограничение на штатном модуле зажигания. Ну вот видите, не ожидал, но тем не менее вот такой фокус обнаружен по ходу дела. Что, ребят, всем всего доброго, до свидания, до новых встреч. Еще раз извиняюсь, что не выполнил то, что обещал вот на сегодняшний момент. Точнее, на воскресенье, 27 сентября. Вот. Но ничего, в дальнейшем, я думаю, мы сможем это исправить и получить необходимые данные. Все, всех благ, до свидания.